сэр Элтон Джон. Прекрасно. В это субботнее утро. И тем, кто недавно присоединился, хочу напомнить, что на Радио 7 продолжается уикенд «Москва. Я люблю тебя» в честь Дня города. И поэтому каждый час в эфире инструментальные композиции из самых известных. Удивительные столичные истории. Радио 7 на Семи холмах представляет «Уикенд. Москва. Я люблю тебя». Во многих исторических документах Москву называют Белокаменной. И это не случайно. Стены главного сооружения столицы, Кремля, до недавнего времени были белыми. Их покрасили в красный 75 лет назад, в год первого празднования Дня города. На данный момент Московский Кремль считается самой большой действующей